Когда я была маленькой, я мечтала о том, что когда-нибудь меня найдет и увезет принц в сказочную страну. Потом я выросла и перестала верить в сказку про принца. Не верю в нее и сейчас. Но сегодня тот день, когда я выиграла в лотерею. Ни сказочного принца, ни героя из романа, ни идеального идеала, а обычного человека со своими достоинствами и недостатками. С тобой я стала смелее, мудрее, ответственнее. Мы многому с тобой научились вместе и очень многое испытали вместе впервые. Вместе преодолели сложные времена и были вместе, когда были на пике радости. Мы не идеальная семья, мы часто ссоримся, когда-то обижаемся, когда-то у нас есть друг к дружке претензии. Но я знаю, что если мне когда-нибудь понадобится твоя помощь и поддержка, ты всегда будешь рядом. И я надеюсь, что ты тоже это знаешь. И я не знаю, как ты, но лично мне кажется, что с каждым годом наша семья становится только крепче. Взаимоотношения теплее. Как будто только спустя 11 лет мы только-только познакомились и до сих пор учимся узнавать друг друга, понимать друг друга, чувствовать друг друга. Как будто в первый день ты меня продолжаешь смешить, чем-то удивлять, а я тебя чем-то шокировать. Маленькая карманная собачка. Знаешь, я хочу, чтобы так продолжалось. Пусть не идеально, но по-настоящему.